Сергей Котляров бодро прогуливается по коридору, хотя каких-то 40 минут назад ему провели операцию на венах. Ее сделали с помощью нового оборудования. Парень чувствует себя отлично. Мне сделали операцию лазером. Я был в сознании. Ну, только несколько уколов были. Ну, немного больно было, а в остальном нет, ничего не чувствовал. Врачи говорят, в мире такой способ лечения широко распространен и эффективен. Процесс лазерного удаления занимает меньше часа. Он безболезненный. А ходить пациент сможет сразу после операции. Технология предусматривает пункцию вены под ультразвуковым контролем, проведение через просветы тонкого катетера с лазерного световода, создание вокруг подушки из анестезирующего охлаждающего раствора и подача лазерной энергии к патологическому больному участку вены, в результате чего вена как бы испаряется. Новое оборудование областная больница приобрела за счет спонсорских средств. С его помощью сократилось не только время самой операции, но и реабилитации пациентов. Данный метод позволяет сократить сроки пребывания пациента на больничной койке с 10 дней до 2, максимум 3. Естественно, экономическая выгода налицо для больницы в данном случае. Кроме того, в нашей больнице эта методика выполняется для больных совершенно бесплатно по полису ОМС. Малоинвазивные операции здесь планируют проводить и по другим направлениям. Среди них травматология, нейрохирургия, проктология и урология. Мария Колосова, Сергей Дорохов. События дня.